Всем привет! Вы на канале Animal Park Aurora. У нас здесь рассказываем о наших животных. Там у нас лошадки, наши мизенки. Хотела показать, какие пары волков в этом году у нас будут размножаться. От кого мы надеемся получить потомство. Так, одна пара — это Вуди и Мира. Так, Вудик у нас американский вольфдог редкого голубого окраса. Вот, у него около 60% волка. А Мира — это помесь канадского арктического волка. У нее, ну, по гентесту 95 с плюсом процент волка, наиболее высокий из возможных. Вот. Они отлично подружились друг с другом. Вот. А щенки будут довольно крупные. То есть, я думаю, кобели около 70 в холке. А суки, наверное, 65. Вот так вот. Вот. Это вот, кстати, к слову, Мира и Мафию. Мафию попозже покажу. Это какие щенки могут быть от Акелы и Фурии, да? Потому что Фурия — это тоже... Ой, Мира, Мафия и Мартин — это тоже смесь канадского арктического волка. И так же, как и щенки Фурии будут от Акелы. Сейчас поближе подойду. Привет, ребята. Мирка прячется, видите, она не очень мне доверяет. Привет, Вудик. Мира, Мира, сиди сюда. Ну, еду берет из рук она. Хотела поближе ее показать. Ну, Вудик, он сразу старается своей мордой клюнуться. Вот Мирочка у нас. Девочка, Мире 3 года. Она была без нужной социализации, поэтому немножко пугливая. Это Вудик все тут требует ласки. Ласки хочешь, да? И выйти. Выпускать пока не можем. У нас вон барашки. Там. Вон там вот. Вот поэтому в лес только на поводке. Раньше на территорию выпускали, но за барашков теперь не можем выпустить. Потому что снега нападало выше этого забора. Соответственно, мешает. Вот это у нас уже Кирочка. У Киры красивые, почти белые глаза. Вот они, можете полюбоваться, какого фантастического цвета. Кира, посмотри на меня. Это ее парень Миф. Вот. Мама Киры — самая крупная волчица в нашем парке. Ее рост где-то 78 сантиметров в холке. Может быть, уже больше, потому что мерили ее в 11 месяцев. Сейчас, может быть, она и под 80, я не знаю, но очень высокая на ногах. Вот. И у нее такие же офигенные глаза. Они как бы и не желтые, да, они как какого-то такого серо-зеленого оттенка. Вот. Очень красивые. Я думаю, они передадут это своим детишкам. От этой пары щенки могут быть серые и черные родиться окраса. Вот. Ну и тоже могут быть довольно крупные. Вот. Кирочка, я думаю, размером с Миру примерно. Очень ласковая, потому что она родилась у нас. Да? Мы щенков где-то начинаем. Ну, во-первых, мы их с детства уже, как только они родились, начинаем трогать, брать в руки. Наши самки, слава богу, позволяют это делать. Не агрессивные ко мне. Вот. В общем, берем щенков с первого дня жизни их на руки. Но так они продолжают кушать маму, мамино молоко. Вот. А примерно уже с 2 недель мы обычно полпомета забираем домой. Их кормим из бутылочки день-два. Вот. Потом просто меняем щенков и уже других щенков также кормим из бутылочки день-два. Вот. Потом снова меняем. В этом случае и волчица мать не стрессует, что у нее забрали щенков, потому что они как бы волки считать не умеют. Привет, Миф, иди сюда. Тема хорошая. Он такой тоже, не совсем ласковый. Вот. Мать не тревожится, что щенков забрали, потому что она все равно возвращается в гнездо, да, и видит, что щенки на месте, и, соответственно, ну, начинает их также кормить, вылизывать. Вот.
Ну, я не заметила, что они там как-то реагируют на подмену щенков, да. То есть я думаю, если чужого щенка подложить, они могут его сожрать, там, укусить, затаскать. Или вот, знаете, когда всех щенков забирают, а потом подкладывают обратно, тоже бывают случаи, когда сука начинает затаскивать щенка. Хотя вот у Миры миф... Вот миф был один щенок, мы его так забирали, но правда уже он... Ну, тоже недели 2-3 было, да, Мира очень сильно нервничала, когда его отзабирали, вот. Потом ей возвращали, потом опять забирали, вот. Но все равно он не стал такой ручной, потому что мы как бы, ну, на самом деле просто не стали Миру тревожить. Она, честно, она очень переживала, когда щенка у нее забирали, вот. И, в общем, а когда щенков вот так вот, ну, меняешь постоянно с маленького возраста, со слепого, в принципе, ни самка не тревожится, также щенки очень быстро привыкают к людям и тоже довольно ласковые, да. Она, ну, как бы, ну, бывает осторожность к людям, но на самом деле хорошая социализация, это все убирается. Если вот с месяца начинать, у нас как бы не настолько есть возможности, да, там, приучать к городу, еще к чему-то. Вот, но, тем не менее, они вполне удобны. То есть они доверяют человеку, очень ласковые, их можно спокойно, ну, как, колоть вакцины, да, там, например, что там, лечить, позволяют себя давать таблетки от глистов, там, я не знаю, обрабатывать от блох, вот. То есть вот такие вот. Посадить в переносную, ну, вот, в транспортную клетку, например, если это нужно перевести куда-то животное. Вот. Ну и так, если даже на большом вольере они гуляют, они всегда подходят, когда их зовут, берут лакомство с рук. Вот. А миф, он такой не совсем социальный, именно потому, что мы его брали уже поздно, и как бы он большую часть времени находился с мамой, а не с людьми. И поэтому такой более пугливый. Вот. Так, а в этой... в этом вольере у нас Винс и Мир... Мафия, да. Не знаю, Мафия сейчас выйдет, нет? Вот это Винсик, это брат Киры. Иди сюда, Кисунь. Вот ты мой хороший. Он очень крупный, он размером с Орфея. Но так как он младше, он вечно так устроит из себя, типа... маленького мальчика. Тоже он, видите, какой ласковый. Он, кстати, со всеми людьми очень, очень... Если Кира бывает такая более насторожена, ну, у нее была переломана лапка, мы ее возили в ветклинику, и там тоже она много чего успела испугаться, поэтому она более робкая с людьми. А Винс, он рос у нас в питомнике, людей постоянно видел, они его все ласкали, угощали, поэтому он к людям очень доброжелателен. Вот. С ним часто гуляем. Вот, если кто-то приходит погулять с волками. Он, в принципе, с людьми очень любит общаться. Да? Всех, скажи, зацелует, оближет. Тело, покажи зубки. А? Да, покажу. Ну, ты мой хороший. Вон они, какие клыки у него. Очень крупные. Так, ну что, зайдем к мафии, которая там спряталась. Сейчас. А, ты мой мальчик. Жаль, что телефон без стабилизации, поэтому дергается, когда хожу. Сейчас. Так. Ну, а вот наша мафия. Мафия — это сестра Миры. Как видите, ей от арктического волка досталось больше белой шерсти. Вот. С каждым годом у нее будет прогрессивное поседение. Блин, Винс меня тут донимает. Пытается зацеловать. Вот кровь, видите, тоже течка у них такая явно выраженная. Вот. Это мафия, наша кошечка. Очень такая нежная девочка. На самом деле она... ну, подходит, ластится по сравнению с Мирой и Мартином. Вот. Но не всегда. Почему-то камеру они все не очень любят. Ну, не знаю, вот если будет GoPro, которая как бы не как телефон выглядит, а может менее заметно, получше заснять. Вот. Ай, ну, Винс. Господи, Винс, отстань. Да, блин, Винс. Вот это вот. Лизоблюд. Дотошный парень. Винсик, ты самый дотошный лоб. Дурында такая. Ты такой дурында. Вот. Ну, опять же, не знаю, повяжется или нет, потому что он пока еще довольно молодой. Вот. Да, покажи себе моську свою. Вот такая волчара. Мордастый. Чемодан отрастил, скажи, да? Вот. Большой мальчик. Все, видите, нравится. Вот здесь, конечно, тесно. Так я ее могу погладить. Она тоже не агрессивная. Но она, говорю, такая
все равно робкая. Да? Это вот волчата, которые растут без социализации, они такие более, более стрессовые, что ли. Вот. Так что от фурии и акелы могут быть еще вот такого вот красивого цвета щенки. Вот. И с возрастом он еще больше, говорю, светлеет. То есть они становятся почти... Да винс, господи! Они становятся почти белые. Ну что, нафиг. Иди, мой хороший. Винс, ты туда пойдешь, нет? Что тебе тут надо? О, короче, свечу фонариком. У нее так глаза хоть видно. У нее довольно светлые глаза получились по сравнению с другими. Ну, вот у Мартина и Миры у них довольно темные глазки. У нее довольно светлые. Тоже такие. Вот, красота. Видите, какая шерсть. Сейчас попробую поближе показать. Это что-то капец неудобно. Покажешь шерстку. Видите, какой белый пух. Ты мой хороший. Ты моя девочка. Надеюсь, когда-нибудь он все-таки будет и камера, и вольеры попросторнее, и будки пошире, чтобы можно было удобно заходить и снимать животных. Сейчас пока все по минимуму. Вольер маленький, соответственно, большую будку тоже здесь нецелесообразно ставить, которая будет занимать всю площадь. Вот, поэтому пока так. Вот она наша красота, милая девочка. Это стоит не уйти. Начинается песня. Это вот то, что я отошла, они сразу начали выть. Вот. Сейчас еще одну новость покажу. Я тут набрала сена. Сейчас буду вываливать одной девочке и покажу, что у нас нового.